24-летний арчанин заприметил у многоквартирного дома красивенький детский велосипед BMX. Он подошел к нему, повредил противоугонный трос и отправился в путь дорожку дальнюю на украденном трофее. Вот только молодой человек попался на глаза полицейским, когда пытался на детском велосипеде проехать по снегу. В ходе беседы правоохранители выяснили, что двухколесный транспорт краденый. Они изъяли BMX и вернули его владельцу. А вот парню теперь грозит статья. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Максимальное наказание по данной части статьи подразумевает лишение свободы на срок до 5 лет. В отношении 24-летнего арчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.